Государственное телевидение Северной Кореи показало видеозапись, на которой лидер страны Ким Чен Ын лично управляет самолетом. На этих кадрах он сидит за штурвалом в рубке. Его подбадривают другие пилоты. Северокорейский лидер, как следует из видеозаписи, самостоятельно совершил взлет и посадку, а также управлял самолетом в воздухе. Телеканал не уточнил, когда именно была сделана видеозапись. Ким Чен Ын в 2011 году, сразу после смерти своего отца Ким Чен Ира, был назначен верховным главнокомандующим армии страны, которая насчитывает 1 200 000 военнослужащих. В своем предновогоднем послании во вторник Ким Чен Ын заявил, что готов к официальным мирным переговорам на высшем уровне с представителями Южной Кореи.